Сегодня в Туркменистане отмечается День науки. Этот праздник, учрежденный в 2008 году, является символом признания огромной роли науки в жизни общества и его прогрессивном развитии. В честь этой знаменательной даты в Ашхабаде начала свою работу двухдневная международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру возрождения новой эпохи могущественного государства». Торжественное открытие конференции состоялось в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана. Здесь же была развернута выставка инновационных проектов и технологий, где представлены разработки ведущих вузов и институтов Академии наук Туркменистана. В работе форума принимают участие ученые, профессора и академики из стран СНГ, Японии, Франции, Эстонии, Вьетнама, как в очном, так и онлайн-формате. В ходе конференции были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия по приоритетным направлениям научных исследований, внедрение передовых технологий в различные отрасли экономики, а также подготовки молодых кадров. Эльфик, мы думаем, что шапка, анхем, шарф, тайярлама, сулна, ярлистердик.